Покрасив модель в белый цвет, вырежу стилизованную надпись MIG из декалей от модели MIG-29 фирмы ICM. Буду их использовать как шаблон для вырезания масок. Крашу все то, что должно быть синим. Синий цвет я смешал из двух цветов красок от фирмы Акан. Это 73147 и 73148. На мой взгляд, получилось неплохо. Далее закрываю масками все ранее покрашенное, оставляю места для красного цвета. Снимаю маски. Нас сравнивают с птицами, пустую. Нам просто жить без неба не по вкусу. Мы на земле на временном постое, а птиц мы любим, только не по курсу.
Мы выпали из летных наставлений, и, может, улыбнемся, их листая. В театре пилотажных представлений мы вместе, словно маленькая стая, и верим, что вернемся, улетая. Вращаем небо, мы в строю застыв. Нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное, летая. Мы гвардия летающая стая. Борт номер 20. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Каскад фигуры перегрузки душат. И, в общем, тяжело, но не смертельно. Зато приятный женский голос в уши настойчиво твердит, что все предельно. Пусть даже сму, но мы ждем с небом встречи, ведь в небе все по-честному, не врут. Здесь крылья, как друзей, надежных плечи, а в двух руках две ручки, РУС и РУД, и двигатели голос не сорвут. Вращаем небо, мы в строю застыв. Нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное, летая. Мы я больше всего переживал, что подорвет акановскую краску, но я ошибался. Подрыв произошел белой краски в месте нанесения ее на алюминиевую. Также есть места, где по линиям расшивки краска затекла под маски. Исправление этих моментов я оставлю за кадром, так как это муторная процедура. Сначала подкрашу места подрыва и подтеков краски кисточкой, после повторно нанесу маски, но не полностью, местами, и подкрашу из аэрографа. Нанесу глянцевый лак и сведу получившиеся ступеньки. В целом, результатом я доволен. За кадром вырежу трафарет номера и накрашу его, покрашу пилоны, топливные баки, створки не шасси. Также мне нужно будет сделать векторное изображение логотипа «Стрижи» и «Авиатор». Заказать их печать. Как все будет готово, продолжу сборку, которую вы сможете увидеть на моем канале «Армия в масштабе». А чтобы не пропустить выход новой серии, подписывайся на канал и жми на колокольчик. Ваши лайки и репосты очень стимулируют меня к съемке новых серий. Там, глядишь, и до Ан-12 доберусь. Так что не скупитесь на лайки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.